Современные технологии – двигатель прогресса, но, к сожалению, с ними в нашу жизнь приходят и махинации. Так, за этот год зафиксировано уже более 20 эпизодов мошенничества с банковскими картами. При смене оператора жители забывают отключать программу «Мобильный банк». В соответствии с условиями заключаемых договоров, значит, собственник сим-карты, то есть телефонной компании, она обладает правом предоставить этот номер любому другому пожелавшему, значит, купить этот номер. Значит, человек выбирает, подключив номер в свой телефон, получает уведомление, что средства есть. Значит, и далее уже несложными операциями может воспользоваться, значит, этими денежными средствами. Чтобы избежать денежных потерь, также рекомендуется не отвечать на просьбы о вводе данных от непроверенных абонентов.